Творчество – это способ получать удовольствие от жизни. Погружаясь в увлекательный процесс ручного труда, человек забывает о заботах и тревогах, концентрируется на красоте и в полной мере выражает свою индивидуальность. Жительница города Черкесска Любовь Калашникова считает своим истинным предназначением украшать жизнь и пространство вокруг себя результатом своего же кропотливого труда. Девушка с детства увлечена рукоделием, очень любит рисовать. Так, окончив художественную школу и 9 классов общеобразовательного учреждения, выбор профессии был уже очевиден. Далеко я не могла уехать, семья. Я решила поступить в колледж. Там у нас было отделение ДПИ, это колледж Даурова. И я поступила сразу, спокойно. 4 года обучения, мы прошли множество разных техник, видов творчества, искусства. И окончив, я, как говорится, с красным дипломом вышла. И тоже решила продолжить дальше. Мне хотелось высшее образование, но, опять же, я не знала, куда ехать. Но меня пригласили. Я помню, защита у нас была. Я сделала дипломную работу. И с академии пришел Гаджиев Магомед Гаджиевич и Кошли Тангатарович. Они двое восторгались моей работой и говорили, что обязательно приходи к нам учиться. Я пришла первый раз в открытый, когда были день открытых дверей, посмотрела на академию, мне очень понравилось. Сразу поступила и ни капли не пожалела. Я встретила множество различных мастеров и научилась не только качественно рисовать, заниматься своими же вещами, которые я раньше делала. Допустим, вот я ткала гобелен, я его усовершенствовала. И там я научилась шить. Мой мастер — это Зухра Мухтаровна. Ей большое спасибо, я научилась шить. И окончив снова на красный диплом, что приятно, дальше я пошла работать уже. После окончания пошла работать в Центр дополнительного образования детей города Черкесска. Это наш новый центр. Там я работаю методистом и педагогом. Детки занимаются у меня на программе, которую я сама придумала, расписала. Эта программа называется «Моя уютный гобелен». Мы занимаемся вот такими разными видами творчества гобеленов. То есть дети делают какие-то маленькие тесные поделки своим мамам, бабушкам. Продают они также, что очень приятно. Ко мне прибегает ребенок, кричит: «Любовь Ивановна, вы представляете, мою работу купили!» Я говорю: «Ну и за сколько ты продала?» 600 рублей! Какая она была счастливая! Для нее, вот ей, по-моему, в 3-м классе, 3-4 классе, она была настолько рада, что мне самой стало приятно, что вот ей работает и помогает. Вот так. Жизнь, так скажем, очень приятная. Творчество помогает и детям, и мне расслабиться. То есть, если, допустим, я волнуюсь или нервничаю, я сразу сажусь за какой-то вид, неважно, чем я занимаюсь, я сажусь и делаю. И сразу успокаиваюсь. Все нервы у меня ходят на второй план. У меня их и не бывает. В работе сразу отражается мастерство, сразу руки видят, что делать. Я практически бываю, отключаюсь от мира и начинаю сама автоматически делать. Ничего не помню. Я знаю, что я занимаюсь сейчас тем творчеством, которым я хочу. Спонтанно. Вот мне не нужно ничего. Само идея в голову пошла, я начинаю делать. Если ничего не хочется, я ничего не делаю, читаю книги. Видов декоративно-прикладного творчества очень много, и героиня нашего выпуска любит пробовать себя в самых разных направлениях этого искусства. Она всегда в творческом поиске, любит самосовершенствоваться. Я начинала с вышивки крестиком, я училась вышивать, потом переходила на модульное оригами, меня подруги учили фенечком, я помню. Именно в школьные годы было популярно фенечки делать. Это вот такие браслеты хиппи. Они, они так и назывались, браслеты хиппи, да, браслеты дружбы, фенечка. И меня подруги обучали им. Также модульное оригами, да. Бисером нет, мы не занимались. Вязанием я потом научилась. Крючком, правда. Это были работы не такие уж красивые. А потом лепка. А дальше уже в художественной школе нас обучили роспись по стеклу. Обучили гобелену, обучили чему еще?
лепки, ну много всего, даже сразу не вспомню. Вы старались охватить вот все направления декоративно-прикладного искусства полностью, правильно? Да. Это не сложно. Скажу по правде, хвататься за все и сразу очень сложно. Но если ты, допустим, освоил одну технику полностью, то вторая тебе дастся легче. Это вот равносильно, что если, допустим, человек учится рисовать, он научился рисовать, ему дальше будет легче заниматься остальными видами творчества, потому что все между собой взаимосвязано. Вязание связано с вязанием с крючком, крючок связан, допустим, с плетением, плетение связано с вышивкой, и вот все это между собой как-то связано. Практически все похоже. Даже не знаю, да, все похоже. Сейчас над чем вы работаете? Сейчас вот в этом году я очень сильно привыкла к гобелену, и ну, у меня появилось множество идей, и я решила их просто возобновить. Я ткую сейчас гобелены, потому что я готовлюсь к выставке, дай бог, которая будет для мастеров. Я очень хочу поучаствовать в выставках, показать, что есть мастера гобелена, что гобелен, пусть это и забытое мастерство, которое раньше существовало в древние века, в средневековье, сейчас оно мало известно, честно, очень мало известно. И я хочу возобновить этот вид искусства, чтобы он снова стал и был, каким он и есть. Пусть другие будут виды, допустим, по-другому его будут делать, допустим, он будет каким-то интересным, необычным, но он будет. Допустим, бисер – это тоже древнее ремесло, что делали раньше. Ожерелья, украшения – это тоже раньше было древнее. Просто его сделали более современным. Сейчас, наверное, вы знаете, популярно дети делают колечки, браслетики. Это то, что раньше было, но сейчас снова возобновилось, только в моде, так скажем. Я сейчас работаю над новой работой, вот моим проектом новым. Я очень люблю азиатскую культуру. И я решила сделать гобелен как раз по посвященному азиатской культуре. А так обычно я гобелены посвящаю разным темам. Тема Кавказа, допустим, вот он гобелен, кавказский такой вот национальный. Что означает ритм? Тут музыка играет словно. Этот гобелен у меня посвящен весне. Именно вот это предпоследняя моя работа. Я сюда добавила стеклярус, бусины, бисер, полностью украсить и придать чувство изящества и красоты весны. Мы же привыкли, что весна у нас грязная, слякоть, дождь, а хочется видеть красивые цветы, ярко что-нибудь, да. И вот у меня девушка – это олицетворение богини весны, старинная мифология. Очень красиво. А последняя работа – это вот это. Как раз я ее не оформила специально, чтобы показать то, что вот как выглядит гобелен. Вот гобелен, когда вот начинается, он выглядит неопрятно, некрасиво. Вот сзади всякие узелки завязаны, здесь торчит какие-то ниточки непонятные. Это вот так вот выглядит полуготовый гобелен. Он готов на 80%. Любовь Калашникова всегда в курсе новинок, появляющихся в увлекательном и многогранном мире декоративно-прикладного искусства. В первую очередь, в этом ей помогает еще и, конечно, всемирная паутина интернет. Ремесленница очень активная и целеустремленная. А еще ее отличительной чертой является упорство. Любит доводить начатое дело до конца и добиваться только положительных результатов. Я люблю смотреть аниме, я люблю смотреть дорамы, фильмы. И вот бывает, неожиданно мысль проходит что-нибудь сделать. Допустим, очень люблю сакуру. И я изобразила ее в бисере. Допустим, дерево у меня стоит бисерное, я сделала из него. Мне очень нравятся матрешки. Вот я купила матрешку и долго думала, что ее расписать. Увидела, одна мастерица занимается фарфором, и она сама смастерила из фарфора куклу, кокэси, что он значит. Японская кукла, это что-то вроде нашей русской матрешки. Я взяла и расписала тоже, я сделала свою идею, то есть я не крала мастера идеи, просто кукла кокэси, это японская кукла, а я решила сделать ее такую, какую я хочу. То есть, допустим, даже вот город, небо, какую-то определенную тему, тематику я не выбираю. Я просто смотрю и хочу сделать по-своему. Я не копирую чужие работы, я сама их придумываю. Да, у нас у мастеров схожие мысли, допустим, пейзаж. Все пейзаж знают. Но каждый делает его по-своему.
А так, да, тяжело делать работы, очень. Над гобеленом сидеть тяжело, глаза очень бывает болят, бывает спина болит, но я на это не всегда смотрю. Если у меня есть терпение, я сижу и делаю. Когда терпение кончается, я оставляю это на потом, и в течение, там, допустим, 2-3 дней, как я только захочу, я сяду сделать, потому что иногда не позволяет либо время, бывает, работаешь, или ты устала сильно, и вот в выходные дни или свободное время сажусь и начинаю делать просто автоматически, несмотря ни на что. Особенно это нравится делать, когда дождь, за окном или снег, ты дома находишься, и ты сидишь и наслаждаешься своей работой. Действительно, как же это прекрасно, когда твое увлечение приносит тебе колоссальное удовольствие. Конечно, на рукоделие уходит немало времени, сил и энергии, но для Любы все это лишь в радость. Девушка любит, когда красота, созданная ее руками, радует близких. Каждый день обязательно чем-нибудь займусь. Неважно, одно начну, другое продолжу. Закончу это, начиная следующее. То есть у меня сразу 2-3 работы за раз идут. Сейчас, допустим, я работаю над одним гобеленом, домой приду, сразу начну третий гобелен, допустим. Потому что идея появилась, пока я ее не сделаю, я не успокоюсь. Поэтому тут хочешь не хочешь, я беру и делаю сразу. Допустим, возьму определенную работу. Вот, самую определенную работу. Вот моя кукла, я как раз о ней хотела рассказать и объяснить, почему, допустим. У нас была масленица в колледже, и было задание сделать даму нашу на самовар. И, знаете, я давно мечтала себе куклу на самовар поставить. Ее зовут Василиса, это моя любимая девочка, я ее чуть ли не называю дочечкой, потому что у нас один цвет волос еще при этом. И я шила ее вместе с мамой. У меня мама мастер шитья, а я еще тогда не умела особо шить. И я ее попросила, говорю: мам, давай вместе, ты мне подсказывай, говори, я буду шить, ты мне будешь помогать, а я тебе. И вот мы куклу делали 2 дня, с утра до вечера. Каждая юбочка, каждый подъюбничек у нас был шит. Специально именно для самовара. Тут теплый подъюбник. Его можно посадить, куколку. Она вот держит такую интересную баночку. Кстати, баночка из-под суши. Вот для чего идет, так скажем, руки мастера. Цветочки, проволока, вот, ленточки всякие, бусики. Лицо полностью вышито. Она вот настолько вот я ее люблю и делаю, что прям... Я ей никому не отдала. Мы в тот день, когда вот у нас была масленица, мы получили 1-е место. Потому что эта кукла всем понравилась. Она очень у меня самая лучшая на свете. И вот эта мысль произошла автоматически. То есть я нарисовала куклу, я не знала, какого цвета будет делать, я не знала, что я хотела. Я просто подбирала материал. Допустим, вот я взяла вот эту ткань, взяла прошву. Мы с мамой сидим, думаем, что-то надо еще придумать. Мы нашли кусочек такой ткани. А когда мы искали для лица ткань, у нас не было бежевого цвета. Я сижу и плачу, говорю: мама, ну как она, что мне делать, синюю что ли кожу делать, как у аватара? Она говорит: ну что ты переживаешь, сделаем нежно-розовый. Нашли цвет, сделали, идеально подошло. Парик я купила, я помню, 600 рублей парик кукольный. И... просто я его аккуратненько, каждый волосочек все пришивала, чтобы у меня куколка держалась, что если вдруг, если за ней захотят поиграть, что хотя бы она не развалится. И правда, она у меня вот такая хорошенькая, с ней можно и играть, и посадить, и просто любоваться ей. Даже в кукольном театре можно играть с ней. В каждую свою работу мастерица вкладывает частичку своей души, заряд своей нежности и тепла. Богатая фантазия и мышление помогают ей осуществить самые смелые задумки. Люба, ну вот из всех направлений что-то выделить и сказать, вот этим я больше люблю заниматься, вы можете? Или вот все направления наравне? Ой, это очень сложно. Ну, я бы выделила 3 места, которые вот я больше всех люблю. Первое — это картины маслом, я обожаю рисовать. Для меня это прям как воздух, я бы честно сказала. Второе — это гобелен. Я очень люблю ткать, сидеть кропотливо, медленно, потихонечку. И в третье, наверное, бы что я бы взяла? Это роспись по ткани. Я очень люблю расписывать. У меня дипломная работа была роспись.
по ткани, и я шила ее и расписывала сама. И мне очень нравится, и я себе и футболки расписывала, рубашки, и сумки, и как-то и стильно, и красиво. Наверное, вот это третье место. А все остальное тоже недалеко ушло. По настроению занимаюсь. Бывает, сидишь, думаешь, не хочу ткать, устала. Не хочу рисовать, устала. Думаешь, что сделать? Сидишь, думаешь, потом... Опа-на, пришла идея. Можно это сделать, допустим, из глины. Глины нету, что делать? Есть покупная глина, которую можно купить, из нее сделать как угодно. То есть слепить все, что... Она сама застынет, ее не надо обжигать, просто слепил и все. И прям радуется душа. Когда слепила, думаешь, все, больше не хочу лепить. Давай бисером заниматься. Сделала бисером, не хочется. Давай вязание. Вот так у меня обычно и бывает. Скажу так, что заниматься ручным трудом, да, важно. Почему? Во-первых, потому что оно расслабляет. Потом, когда вот проблемы у человека или стрессы, человек обычно заедает, выпивает или гуляет. Ну, каждый по-разному делает. А вот я стараюсь заниматься ручным. Я все эмоции выплескиваю в работу. Если у меня плохие эмоции, сразу это видно, что работа не получается. Поэтому я сразу успокаиваюсь, сажусь, включаю музыку и начинаю заниматься тем, чем я хочу. И тогда работа получается искренне красивая и аккуратная. Детям заниматься, да, для них одно удовольствие сделать что-нибудь своими руками и подарить маме с папой. У меня дети часто с такими вещами занимаются, то братику делают, то сестренке, и они... радуются, бегут, уже готовая работа, и они бегут домой, говорят, вот, я сделала. Родители удивляются, говорят, боже мой, какая красота. Правда красота. Детские руки и детская фантазия, это ни с чем не сравнимо. А те, кто хочет по чем-либо заняться, неважно каким-либо вообще мастерством, хоть пусть будет шитье, хоть роспись, хоть вязание. Самое главное, это желание. Просто захотеть сделать. Можно посвятить свою работу кому-то определенно. Для мамы, для бабушки, для папы, брата, сестры, неважно для кого. И тогда у него получится эта работа, неважно. Просто вот даже другу посвяти работу, и ему будет приятно, и тебе станет хорошо. А потом из этого можно уже, если захочешь, там продавать или уже нет, себе делай. То есть нету ничего такого. Но начинать надо всегда с самого простого. Делать чуть-чуть попроще, чем ты хочешь. Начинать сразу сложно, а будет, скажем так, бессмысленно, потому что работа может не удастся, и человек расстроится и перестанет заниматься этим творчеством. А если он начнет потихонечку, с более простого, не спеша, недорогие материалы, чтобы вот не разочароваться в этом, тогда у него все получится, определенно все. Допустим, гобелен можно начинать не с дорогой пряжи, которая стоит там 800 рублей, 700, достаточно пряжи, которая рублей 200 стоит. Разных оттенков, разной толщины, неважно с чего. Даже с вязания начать или с гобелена, неважно. Простые инструменты делают большую, как говорится, нам помощь. Вот знаете, вот я не освоила в своей жизни единственную технику, это квиллинг. Я не занималась ей никогда, я делала бумагу пластика, там что-то было схожее, но квиллинг я никогда не делала. Эпоксидку я не делала, делали мои друзья, а я не смогла сделать, потому что он такой резкий запах, и просто я решила себя не травить этим и не делала. Хотя я видела, как это делать, читала мастер-классы, смотрела. В принципе, несложно, но взять и сделать я не делала. И что очень печально, я всю жизнь мечтала сделать резьбу по дереву, очень хотела. Я ее так и не освоила. Ну, я надеюсь, что в будущем, чуть-чуть попозже, я смогу это освоить, потому что одну шкатулку в своей жизни, деревянную, но я хочу сделать. Даже если это будет ложка или будет подставочка, неважно что, я очень хочу это сделать. Ну, думаю, через пару лет я снова пойду на курсы какие-нибудь и пройду мастер-класс по резьбе по дереву обязательно. Ну а нам остается лишь пожелать этой целеустремленной, активной, обаятельной и жизнерадостной мастерице лишь успехов во всех начинаниях.